Всем привет! Сейчас я нахожусь на улице Встречной, которая идет вдоль Болотовского парка. Вот, а конкретно вот этой дорожки единственный вход в парк вдоль Встречной. Вот он находится недалеко от паркового. Вот там, где высотные дома, там светофор. Там улица Кафонина, улица Подлесная. Вот. И здесь улица Встречная, которая идет вдоль западного края, западной границы парка. Ну и тут единственный вход в парк. Вот, сейчас я пройдусь. Значит, по этой дорожке она не так давно проложена, довольно новая. И она примечательна тем, что это самая длинная прямая асфальтовая дорожка во всем парке. Вот ее длина где-то около 3 километров. Ну вот сейчас пройдусь. Экологическая тропа. Вот тут загорожено от въезда от автотранспорта. И, как я уже сказал, эта дорожка, она не так давно проложена, буквально вот 3 года назад, может 4, может 5, ну, то есть где-то 17-й год, 18-й. А раньше тут был просто гравий, песок. Вот, то есть это часть дорожки, довольно значительная. Так, там какое-то болото. Типа болот, типа пруд. Да. Но отсюда не подойти. Ладно, не буду я пытаться даже это сделать. Ну, так вот, эта вот дорожка вместо... На этом месте был просто гравий, песок. Ну, просто утоптанная, утрамбованная часть. Просека. И довольно долго здесь ходили люди так по этому месту, по тропе. Вот, а недавно здесь заасфальтировали, то есть можно сейчас удобно ходить и кататься. Вот, а если идти до конца, то она выходит, значит, в Балатово, к больничному городку, улица Братьев Игнатовых. Там не помню, какая больница, номер какой. Ну, в общем, тут Кондратова, то есть тут граница города, и там дальше Кондратова, на той стороне Балатова. Собственно, вот парк и называется Балатовский, потому что с одной стороны он прилегает как раз к микрорайону Балатова. Мы и наш лес. Так, ладно, дальше пойдем.
Ну вот в этой части вначале она как бы относительно прямая, конечно, такая извилистая. Но по сути она прямая на большей части. И вот еще что хочу сказать, эта дорожка делит парк примерно на две равных части, северную и южную. Там вот северная в сторону микрорайона Парковый, там у нас южная часть. Там Балатово, Нагорный. Вот. Ну и тут по обеим сторонам заболоченная местность. Сейчас я не пойду туда, но как-нибудь потом можно походить, посмотреть. Тут какие-то, может, водоемы попадутся, открытые. Ну и походу, да, вот тут тоже будет. А с правой стороны будет такой прудик заболоченный. Тоже покажу. Вот в этой части парка еще больше все же лиственных пород. То есть парк лесом неоднородный, он на несколько частей делится, много частей по своему составу. Есть лиственные, там сосновые, еловые, смешанные. Тут можно, кстати, и ночью гулять, ну, поздно вечером, ночью. Тут участок
освещен. Вот, кстати, да, вот та южная часть, она уже хвойная, то есть там сосны. А тут пока еще вот больше лиственных северный. Вот, кстати, где-то вот, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, вот где-то вот до этой части вот эта дорожка, она была как раз просто грунтовая, гравий, песок, вот до недавнего времени. Вот там был асфальт уже в 90-е годы, уже в советское время. Он такой был тоже убитый уже весь, то есть его тоже заменили. То есть тут такую прям капитальную реконструкцию сделали парка. Сейчас очень удобно ходить. Какая-то скульптура странная, типа шишка еловая или что-то такое похоже. Или, по-моему, до этого места. По-моему, вот здесь как раз там был асфальт. Давно старый асфальт был. А там вот с этого места как раз был гравий, щебенка, песок. Вот. Ну, сейчас все тут новенькое.
здесь чуть дальше как раз водоемчик лесной, заболоченный. Тремалы. Может даже я отсюда, может даже до этого места Болграй. Я помню только вот что где-то тут, на пересечении вот этой тропинки лесной. Была широкая тропинка, вот, из одной части леса в другую, а тут как раз слева, а справа был песок гравий, песок щебень, а слева был асфальт, но точно я уже не помню, до какого места это было. И наглые такие прямо на заборе у него подписывать, что точно он не мог ему. А перенести ему смену там на субботу вместо пятницы. Это пятница, плохой день. Интересная штука, электроскейтборд. Вот, пришел я, нашел. Что-то мне кажется, что уровень упал очень сильно, уровень воды очень сильно упал по сравнению с прошлыми годами, хотя у нас тут и в этим летом не было такой жары длительной, то есть и дожди были, и все, засухи не было, как-то прям ощутимо ниже вода стоит. Интересно. Какую-то беседку сделали. Первый раз вижу ее. Наверное, в этом году или в прошлом. Вот. Такой вот пруд болота. Hortum! Açak!
Дальше он идет. Лесной пруд, коммунальная квартира. Вон там труба, я вижу, под асфальтом. Похоже, отсюда должна вода попадать. Или наоборот, стекать. Понятно. Так, потом как-нибудь тут тоже похожу, погляжу, что там дальше. Чем они опасны? Ладно, дальше пойдем. Все-таки цель сегодня у меня другая. По дорожке прогуляться. Позвоночника. Там ручки. Ну, тут где-то еще видно часть пруда. Нихера, говорит, отказывает.
тоже недавно совсем тут беседка появилась. Первый раз вижу. Он не глупый, он прикидывается так просто удобно. Видно, что лес такой более густой стал. Прямо так стемнело заметно. Ну и вообще где-то здесь, вот отсюда начинается как раз еловый участок. Тут вот даже слева особенно оливы. На левую сторону. Я тоже начал делать больше. Угу. И вот я там. Это меня.
Видно отсюда, что ели уже здесь начинаются. Устройство места отдыха перекресток. Ну ладно, поглядим в ноябре, что тут получится.
я знаю, что это может быть неправильно. Там человек спокойный. Которые можно было брать в миллион. Вот чем ближе к Балатово, тем более оживленно становится. Без поводка как-то его так носите. А что с ним было? Low power.
этаже или там дальше не хотим. Вот все, дошел я до конца этой дорожки, самой длинной в парке. А это что за место? Вот от улицы Встречной и до братьев Игнатовых. Получается где-то около 3 километра, 2 800. Вот впереди там больничный городок, шоссе космонавтов здесь, вот вдоль леса. То есть тут получается уже южная часть, южная граница парка, вдоль нее шоссе. Вот от братьев Игнатовых она прямо туда идет дальше, вдаль. Ну все. То, что хотел показать, я показал. В следующий раз продолжу свои прогулки по дорожкам, по парку. Вот. Всем спасибо за внимание. На сегодня все. Всем пока.